В железнодорожном районе города в половине пятого утра из отделения Восточного экспресс-банка похищен терминал оплаты кредитов. Доступ к банкоматам, установленным в небольшом коридоре отделения, клиенты имеют круглосуточный. Пропуском внутрь служит банковская карта. Электрический дверной замок открывается, когда входящий проводит ей через считыватель. Воспользовались ли налетчики картой или система фильтрации посетителей дала сбой, выяснят специалисты банка. Очевидно, что к совершению кражи сообщники готовились. Аппарат, который был прикреплен к полу металлическими штырями, был выкорчеван с насиженного места. Чтобы облегчить вес еще не взломанной добычи, преступники вышибли из терминала два увесистых монитора. Затем его отволокли прочь, в темный угол за местной школой. Похоже, стального финансового робота подельники потрошили именно здесь. Им удалось взломать дверцу, прикрывающую кассету, в которой скапливаются наличные. В автомате находились около 100 тысяч рублей, которые составили добычу шайки. Известно, что в тихом нападении участвовали трое. Двое из них были одеты в темную одежду, третий был в оранжевой куртке. С места происшествия Полина Храмцова, Мария Склярова и Виталий Векслер.